Фатум может поглощаться и излучать энергию только определенными порциями. Если энергия электрона мала, то происходит упругое сопротивление электрона с атомом, и электрон сохраняет свою кинетическую энергию. Происходит неупругое столкновение. Электрон полностью отдает свою энергию атому. Этой энергии достаточно для возбуждения атома. Электроны, обладающие большей энергией, сохраняют часть энергии. Другая часть энергии передается атому. Величина этой энергии постоянна. Физики обнаружили, что ядро атома урана-235 захватывает нейтрон. Оно делится на два ядра осколка, испуская при этом два или три нейтрона. Кинетическая энергия осколков и нейтронов и есть высвобожденная ядерная энергия урана. Нейтроны попадают в другие ядра, где тоже делятся. Возникает цепная реакция с огромным выделением энергии.